Здравствуйте, я Максимадзе, и это игра под названием Angry Birds. Напоминаю, любой зритель моего канала может поучаствовать в конкурсе. В конце каждого видео вам будет задан всего один вопрос, а ответ на него вы будете знать, если посмотрите данный выпуск внимательно. У вас появилась внимательная причина, еще одна причина смотреть мои видео внимательно. Так что не пропустите. Каждый, кто правильно ответит, выберет правильный вариант ответа на этот вопрос, будет упомянут в следующем ролике. А победитель предыдущего выпуска вы видите на своем экране. Онлайн-геймер. Молодец, онлайн-геймер. Я тебе завидую. Ну что ж, а мы переходим к геймплею. У нас остался всего лишь последний эпизод, он называется Boom Surf and Turf. Так вот, ну это да, бонусный эпизод такой. Свиньи, короче говоря, на острова вот эти всякие отправились. Эпизод прикольный, очень красивый, с очень красивой локацией. Арбузы у нас есть, он остров очень красивый. Очкаристый свин в очках темно. Правда, его не убили. Дальше у нас идет уровень. Тут, короче говоря, постройки, бочки вот тут. О, хорошенько кирпичи делаем. А, вот в эти камни, короче, надо попасть. И тогда покатится. Есть такая игра, кстати говоря, Angry Birds Friends называется. В браузерах, там, в Фейсбуке. Вот в этом месте яйцо заходилось. Золотое. А точнее не золотое, там были пасхальные, по-моему. Прикольная игра, мы, наверное, в нее с вами поиграем когда-нибудь. Angry Birds в Фейсбуке. Красный кинес вообще бесполезный. Вот бомб. Первый раз выстрелил. Все. Зачем сюда Треда ставили, я не знаю. Так вот, короче, ломаем все это дело. Красивые постройки. Наверное, было бы лучше летом это уже прикуси делать самим первым. Будем заниматься от следующего лета. Я хочу как можно быстрее пройти всю игру до конца. Thank you.
думаю, что мы сейчас выиграем. Кто не сомневался. Так, ведра. Сочные лопатки. Ну сейчас ты упадет и еще раз идет к чертям. Динамик жалко не взорвался. Сейчас взорвется, наверное. А может он стоит. Вот так вот. Камушек прямо, вот камушек надо ему. Кстати, последний уже. Ну да, довольно быстро за 7 минут всего добрались до последнего уровня. Видимо, мы и вторую часть тоже пройдем. Это третий самурай. Очень самурай. Хотелось бы, конечно, но не знаю. Очень-очень и очень вряд ли. Да еб мое. Господи, деревяшку это можешь попасть, а? О! Хорошо. Даже только будем на тебя пошли ноги. Нет, все равно не сдох. Господи, а что такое, а? Падай, 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 во! О, сейчас подумаю. Вот и все. Так, тут не подписывается уже даже как 16 уровень. Ой, это как первый уровень, а именно 16. А именно это только. И это только в этом эпизоде причем. Других только по 15 на каждом этапе. Типа. Так, здесь у нас уже другая немного локация, тоже очень красивая. Другая. Ну, тут у нас горы.
лес какой-то тропический, похоже. Тут у нас с рыбацкими шляпами. Так, стоп. В рыбацких шляпах свиньи. С удочками. Светка. Стоп. Я что-то не понял, там, по-моему, яйцо. Там яйцо, что ли? Находится. Раз. У нас удочка сквозь туда удочка что-то сквозь туда прям. Да мне кажется, что там яйцо где-то спрятано. Только как добраться до него вообще не знаю. Сейчас толкнем. Да, вот эту всю фигню. Да, там что-то, по-моему... По-моему, что-то там есть, слушайте. Только как туда забраться, я не знаю. Ладно, пофиг. Обойдемся без яйца. Боже мой. Да господи, тяжеловато какой-то уровень уже. Сразу же начинается. Одна свинья все время живая остается почему-то. Все время одна. Блин, не совсем правильно я сделал. Взрослый не помечается не как какой-то, какая-то цифра, а вот пятно вот это вот. Видимо, это вода изображена. Так, пауза. Сейчас. Так, продолжаем. Надо вот обязательно хотелось бы, чтобы он сдох, но он не сдох, конечно же. Так, я попаду туда теперь. Да, яйцо-то не пройдет. Блин, вот этот свин сдох, а вот этот нет. Как всегда, блин. Вечно остается один какой-то. О, вот сейчас будет. Ну сейчас, наверное, не его убьем. Наконец-то. Какой-то сложный первый уровень, блин, честно говоря. Надо те камни. Да ё-моё. Господи, ору, блин, как... Живой остался. Хорош. О, отлично. Надо было сразу так и делать. Ох, ё-моё. Что это за полки непонятные?
О, это чё, как, что-то типа корабля, что ли? Похоже. Блин, вот сложный какой-то уровень. Может с задней стороны какого-то? Нет, не совсем. Стоп. Как-то туда попасть. Блин, а какой смысл вот в этом колесе водяном? Может, это не корабль, может, это мельница какая-то? Блин, как этот уровень пройти, я чуть не понимаю. Господи, ну почти же. Опять ничего толком не получается, что-то, блин. Во! Вот это самый раз. Хотя вообще-то не очень-то. Потому что вот эта палка загородила мне все. Вот, блин, этот кусок говна помешал мне. Да чтоб тебя. Господи, вот как сложно добраться до этих тупой непонятной фигни. Ну блин, опять он не сдох. Ну что же это такое? Thank you.
Так, ну этот зато не сдохнет тогда. Так, ну давай, дохни быстрее. Сиди здесь полдня, блин, смотри. Воу, наконец-то! И соседи гудят, блин. Какой это уровень, кстати, 20-й. Да ё-моё, я злодея нажал. Значит, осталось 10 уровней. Что такое, а? Никак в центр попасть не получается. Что ты будешь делать, а? Ну вот почему все время остается один? Опять никуда. Вообще без результата почти. Ого, да, крейсеры, блин, начали. Тут. Ну-ка, если я... Это кусок говна, нет, я попал в этот кусок говна. Ну, что если не попаду в этот кусок говна, то все получится отлично. Да ё-моё, надо в деревяшку попасть. И в стекло. О, отлично.
Нет, он опять не дохнет. Ты покатился не туда. Опять. Так, хорошо. Ну, вряд ли. Из этого куска говна что-то получится. Это не мешает. Нет, один свин, как всегда, остался. А если попасть вот в эту стеклу? Но один свин, как всегда, останется. Потому что я не очень точно выстрелил. Так, ну... Что такое, а? Как не... Thank you.
почти же получилось один раз. Только не очень. Если бы точнее бы попал, получилось бы все. Вот эти свиньи. О-о-о, есть, 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 наконец-то. Сколько у нас еще уровней-то? 4. Ломайся, ломайся, во! Да, это, конечно, это сложный уровень наш. Тут сначала легкий уровень, потом сложный. А как я? А, ну как-то надо, короче, попасть. Пробить дерево. Ну и не пробьется деревяшка. Блин. И как же я теперь попаду туда? О! Хорошо, хорошо, хорошо. Этот уровень не сложный. 28. 3 уровня осталось. Ну давай, подохни. Подохни, подохни, пожалуйста, подохни, подохни. Подохни, есть. Я уже думал, опять останется один я. Нет, ничего, я тут буду. Блин, вообще без результата.
Прям мостик получился шикарнейший, блин. Блин, смогу попасть в тех свиней. Никак. А, ну это и есть мостик на самом-то деле. Да ёперный театр, ну как так-то? Молодец. Опять этот мостик, блин. Туда. Никак. Есть. Наконец-то последний уровень, надо пробить доску эту непонятную. Да ё-моё, ну вот как же так-то, а? Ой, блин, да почему? Да ёп. Может быть, тут надо как-то не... Может быть, здесь надо не таким способом делать. Может, сначала надо в этот динамит попасть. Так это вряд ли с первого раза получится. Нет. Это не поможет. Во, хороший способ. Надо было, наверное, так сразу и делать. А, нет, колесо дальше не поедет. Нет, поедет. Все, наконец. Заканчиваем выпуск. Третью часть этого эпизода мы будем в следующей серии проходить. Что ж, хватит ходить вокруг да около, пора переходить к главному. Понятно, надеюсь, что победа в конкурсе ждет только тех, кто внимательно смотрел мои видео и смогут правильно ответить на вопрос, который я вам сейчас назову. Ну а теперь сегодняшний вопрос. На каком из этих уровней я заподозрил золотое яйцо? И варианты ответа 8, 16 или 28. Удачи, друзья! Надеюсь, что вы ответите правильно на вопрос. И те, кто правильно ответит на этот вопрос, будут упомянуты в следующем ролике. Но нежелательно не подглядывайте у других.
Во-первых, можете ошибиться, во-вторых, так будет неинтересно. Ну а пока что на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Вступайте в сообщество ВКонтакте и подписывайтесь на запасной канал Глум Мадзе. И я не настаиваю. Но всем пока. С вами был Максим Мадзе.